Так, всем привет. Значит, вы с Алматы, да? Все? Да. Все пятеро. У вас какой год сейчас? Первый. Первый? Вы только приехали в этом году? Да. Ну, мы все по-разному приехали. Самый первый, получается, он с ним приехали, а потом он. А потом мы вдвоем. Мы вдвоем, получается, учимся как 2 месяца. И как вам нравится? Да. Учите китайский? Да, китайский. Все 3 года будете учить китайский, да? Угу. А специальности какие-то у вас еще будут? Ну да, только после китайского. Когда? На 2-м курсе, да? Ну как сдали 4-й? 4-й? Да. Хорошо, а потом куда собираетесь? Ну, в университет. Здесь, в Пекине? Да. Расскажите, как живется? Хорошо, нехорошо? Преподаватели как? Хорошо, преподаватели все отлично. Да? Нравится? Да, нравится. Зимой не холодно? Вы не уезжали на каникулы домой? Нет. Здесь были? Да. Нет, он уезжал. Я сам уезжал. Мы в Пекине были. А вас, вам разрешают выходить? В смысле, здесь? Да. Ну, по выходным, да, в субботу, в воскресенье. Без учителей сами гуляете? Да, да. И как? Не боитесь? Нет, чего бояться? Вообще интересно, не страшно без родителей там? Нет. Первый раз не скучаете? Скучаем. Ну. А как преподают? Китайский несложно или на русском преподают? Вот наш учитель, да, куратор русский. Наш. Да. Тоже понимает. Он русский понимает. Получается, кто только приехал, он нас учит сначала на русском, а потом на китайском. Угу. А вот грамматику нам ведет учительница. Ага. И сейчас мы, получается, полностью ее понимаем благодаря этим учителю. Понятно. А по сколько часов у вас китайский в день? Китайский, получается, 2 пары. 2 пары? Только 2 пары? В день? В день 4 пары. В день 4 пары. Это получается утром 2 пары. И после обеда. После обеда, да. У вас еще китайская культура. Да, есть культура, история есть. И это все уже на китайском? Да. Угу. Понимаете? Да. А китайская культура — это что? Тайцзюан? Чай? Или что? Типа про это. Типа такого. Типа такого? Да. Ну хорошо. Ладно, спасибо. Еще увидимся с вами сегодня.